Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду расселять по отдельным квартиркам свою землянику. Вот ту самую, которую я сеяла на ваших глазах. Здесь было очень густо посеяно. Я уже прореживала ее два раза. То есть убрала всех, кто отстал на старте, отстал на дистанции. И сейчас, когда я буду их пересаживать, я буду выбирать самых толстых и красивых. Маленькие, к сожалению, уйдут в брак. Почему такие большие? Обычно землянику рассаживать рекомендуют в намного более раннем возрасте, когда вот только-только там первый настоящий листочек появился. У меня, видите, здесь уже вон какие листочки есть. Сейчас я их выкопаю и покажу, в чем прелесть. В таком возрасте у меня получается намного меньше выпад тех растений, которые не захотели расти на новом месте. Смотрите, я добыла две растюшки. Видите, какая у них уже корневая система. Если бы я выкопала их так, как советуют, когда только-только появился первый листочек настоящий, корешок был бы совсем крошечный. Ему было бы очень тяжело прижиться. Вот смотрите, видите, сколько корешков, за счет того, что у меня была очень рыхлая земля, она хорошо с этих корешков осыпалась. Теперь смотрите, как сажаем. Вот здесь была точка роста, то есть место, где растение выходило из земли. Но посадить его нужно будет глубже. Вот здесь, вот это вот подсемидольное колено, вот здесь вот семидольные листочки, и сразу рядом с ними такой узелок, из которого выходят все остальные листочки. И вот эти вот первые, еще не разделенные, которые похожи на лапку, и вот такие уже настоящие. Вот это сердечко. Его нельзя заглубить, иначе растение загниет. Но и его нельзя оставить наверху. Если вы посадите вот так, да, у вас будет поверхность земли, масса начнет быстро нарастать, листовая, и вот это все начнет гнуться, падать. Насколько удачно упадет, еще неизвестно. Поэтому делаем сразу так, как нужно. Грунт у меня, как обычно, сухой достаточно. Увлажнен ровно настолько, чтобы не пылил. Рассаживаю земляничку вот в такие вот кофейные одноразовые чашечки. Опыт показывает, этого достаточно. Тут насыпала, как насыпалась, чуть-чуть с горкой и прижала сверху слегка. Теперь ручкой ложки делаем такую шахту. Вот такая вот дырочка. В нее я буду опускать растюшку. Значит, смотрите, не пытайтесь взять ее как-нибудь за что-нибудь, кроме листочка. Конечно, в этом возрасте уже никакие пинцеты и зубочистки не нужны, но тем не менее. Опускаем корешок в нашу шахту. И вот так вот обрушиваем стенки этой шахты. Все. Корневая система зажалась там идеально. Чуть-чуть вокруг пальчиками утопили. И все. Вот у нас получилось сердечко на уровне земли. Когда начну поливать, земля начнет оседать. Сердечко может приподняться. Его можно приокучить потом. Но вот так она должна расти. Сейчас я сделаю то, что мой сын считает неприличным. Он говорит: мам, ну вот как-то самый удобный способ полить земляничку из резиновой груши. Она же спринцовка. Ушла водичка. И еще добавляем. Снова ушла. И еще добавляем. Потихонечку, помаленечку. Сейчас я поставлю это уже в какой-то поддончик,
Поливать я буду до тех пор, пока из дренажных отверстий не начнет выходить вода. На первые сутки земляниченки маленькие поставлю куда-нибудь подальше от прямых лучей солнца, чтобы дать им время ожить. Вот и все. Без пинцетов, без зубочисток, без танцев с бубнами. Несколько секунд, и растение на своем месте.